старательно пытаются делать все, как учили в комедиях, там выступают героически, там туда-сюда. Но у российской армии есть три врага, четыре. Первое – это российское политическое руководство. Второе – это российское командование операций. А дальше еще два врага – дороги и дураки. Это святое. Да, и поэтому ЗСУ пытается встретиться с российской армией так уже вот по-настоящему, да, чтобы наконец-то добраться. Но они все еще добираются и никак не могут пройти первые четыре препятствия. На самом деле, значит, пока вся эта история сместилась в область информационных операций российских, тех людей в России, которые за это отвечают, и, как всегда, делают это крайне неумело, но пытаются, и рубежные они взяли. И куда-то там они наступили. И вот-вот сейчас на Барвенково выдвинутся. И в 150 раз добьют на Азовсталь. И там... Что я только не слышал за сегодня. Это даже все перечисление. Никакого продвижения. Если вот коротко по оперативной обстановке, продвижения особого нет. Да не особо вообще нет никакого продвижения.